Привет, девчонки! Сегодня я покажу вам, как сделать вот такой сказочный зимний маникюр. Как же я люблю снегопад! Он мне всегда напоминает о детстве. А здесь его, к сожалению, уже очень давно не было. Поэтому сегодня у нас снегопад на ногтях и ностальгия. Для сегодняшнего маникюра у меня, к сожалению, не нашлось подходящего лака. Поэтому, недолго думая, я решила смешать его сама. Для этого я взяла капельку белого, голубой металлик за основу, немножко потемнее голубой с блестками и капельку фиолетового. Название лака, если вам интересно, я оставлю в описании. В итоге у меня получился слегка металлизированный фиолетовый, то что нужно. Смешивала я все вот в такой акриловой баночке, которую мне, к сожалению, потом пришлось выбросить, так что в следующий раз буду брать стекло. Пластина для стемпинга у меня от Moyo London Enchanted Collection 0.5. Rival De Loop 09 Lazy Days и лаки для стемпинга. Коричневый от Bon Pretty номер 19 и белый от Jollyfin Snow White. Штампик от Moyo London Crystal Clear. Все, маникюр готов, и он мне сегодня просто страшно нравится. А еще хочу сказать по поводу смешивания лаков. Девочки, это такое удовольствие, как будто сидишь в лаборатории и варишь какое-то волшебное зелье. Обязательно попробуйте. На этом у меня все. Ставьте пальчик вверх, если вам это видео понравилось, комментируйте и подписывайтесь на мой канал. Спасибо, что меня смотрели. Пока!